все решения прокуратуры еще, конечно, с удовольствием, что они вынесут, пусть выносят. Пусть делают, пусть. А вообще в этом-то и была, то есть как бы тема, что пусть они как-нибудь отреагируют, пусть там местная же как бы администрация, она и просит как раз власть. Мы вот законным образом все оформили, и вы как бы, ну, исполните как бы решение. А власть молчала, как бы никак не реагировала. Смотрите, зато сейчас все они начали комментировать. Ну да, только да, я да. сюда приехал. Причем, заметьте, глава Одинцовского района оспаривает мое назначение. Но не назначение всех еще там кучи людей остальных. Нет, его вот только мое назначение, то есть, задело. Но он говорит, оно вынесено незаконно. Почему? Они же должны какую-то мотивацию, то есть, принять. Вот глава администрации у нас законно существует, получается, тогда, потому что он же уже не поправили, написал. Уже поправили. Исправили. Уже все удалили ту эту, да, уже незаконно. Ага. Утром был законным, сейчас уже незаконно. Да, да, видите, уже как. Вот об этом и скажите как раз, что все меняется. Вот он был законным, а сейчас уже поправили, уже незаконен тоже. Они сейчас по цепочке всю эту покопаем, всю власть незаконно сделают вообще с 17-го года. Упраздним всю власть. Так, вы на меня смотрите. Естественным путем таким. Можете чуть-чуть. Ага.